Привет, ребята! Вы на канале Бро and Sister. И посмотрите, где мы. Мы в столице Гульфи, в Гульфе-младшей. Гульфи – это знаменитейшая страна, по крайней мере, новая, в которой мы сегодня путешествуем. И решит это все монетка от орла и решки. Ты кем будешь? Я орел, а ты, или значит, решка. Решкой. Выпала решка, так что я богач. Ребята, так как мне не попалась золотая карта, у меня есть два грульфия. Это получается 1000 рублей. Ребята, смотрите, какая у меня тачка. Это же Rolls-Royce. Посмотрите, какой у меня кожаный красивый салон. Ребята, я уже еду, проезд стоит 0,5 грульфий. Ребята, я заказала себе крутую лодку, сейчас поплывем. Ну что, ребята, я вышла из автобуса и еле как дошла до этого отеля, в котором я буду один день жить. Ребята, смотрите, какая красота. Это создатели Гульфии. Ребята, ну что, я нашла свой номер, который стоит 500 рублей, то есть один грульфий. Смотрите, в каком я ресторане, но еда тут немалых денег стоит. Так как я проголодалась, я закажу себе еду. Please, I want eat. Ну вот, ребята, мне дали холодный чебурек и горячий суп, чтобы я чебурек макала в суп. Ем суп, ти вкуш. Thanks. Еда очень вкусная, макаем чебурек. Еда входит в стоимость номера. Пока я кушаю, сейчас я немножко расскажу о Гульфи. Вот это флаг Гульфи. А это команда APG Гульфи. Это славный герб Гульфи. Честно говоря, он мне очень нравится. Ребята, я, короче, попросила третий чебурек, потому что двумя я не наелась. И хлеб вдобавочку макать. Попросим еще немножко хлеба. Please, give me some bread. Ребята, смотрите, в какой я отель приехал. Он с бассейном. Смотрите, какой у меня офигенный номер. Ребята, уже поздний вечер, но я, как всегда, проголодалась. Поэтому я решила есть не ту еду, которую дают в дорогих отелях, а бесплатную еду, которую дают в Гульфи. Я заказала, сейчас мне принесут эту еду, посмотрим, что принесут из сладкого. Ну вот, принесли. Сейчас посмотрим. Альпенголд, степ, альпенголд со вкусом капучино. Идемте пробовать, я хочу со вкусом капучино. Ребята, она мне поломалась, поэтому покушаем так. Смотрим, какие шоколадки раздаются бесплатно в Гульфи. Бесплатно нормально. Так как я не наедаюсь после 6, поэтому закажем кофе. Ну вот, мне его приготовили. Горячим. Но я уже знаю, что вкусный. Ну как я обойдусь без моих любимых печенек? Скажу по секрету, я их взяла с собой. Никакая шоколадка мне не нужна. Ребята, я узнала, что в Гульфи не принимаются фирмы, как Xiaomi, азиатские, китайские и так далее. Фирмы телефонов или там гаджетов. Поэтому мне дали телефончик, я не знаю, какой фирмы он. Давайте лазить. Ребята, к сожалению, наш ролик подошел к концу. Поставьте, пожалуйста, лайк под этот видос и подпишитесь на канал, чтобы нам было очень приятно. Кстати, ребята, если вы задумаете полететь в Гульфи, то это будет не так уж и просто. Во-первых, это новейшая страна. Во-вторых, она состоит в союзе Киевстан. Второе название – Маратас. Ну что ж, а мы полетели домой. Всем пока-пока!